Добрый вечер, товарищи. Все вы знаете, недавно нас постигла беда. Авария на Чернобыльской атомной электростанции. Она больно затронула советских людей, взволновала международную общественность. Мы впервые реально столкнулись с такой грозной силой, какой является ядерная энергия, вышедшая из-под контроля. Учитывая чрезвычайный и опасный характер того, что произошло в Чернобыле, Политбюро взяло в свои руки всю организацию работы по быстрейшей ликвидации аварии, ограничению ее последствий. Была образована правительственная комиссия, немедленно выехавшая на место происшествия, а у Политбюро для рассмотрения оперативных вопросов создана группа под руководством Николая Ивановича Рыжкова. Вся работа, по сути, ведется круглосуточно. Задействованы научные, технические, экономические возможности всей страны. В районе аварии действуют организации многих министерств и ведомств под руководством министров, ведущие ученые и специалисты, войсковые части советской армии и подразделения Министерства внутренних дел. Огромную долю работы и ответственности взяли на свои плечи партийные, советские и хозяйственные органы Украины и Белоруссии. Самоотверженно и мужественно трудится коллектив эксплуатационников Чернобыльской атомной электростанции. Что же произошло? Как докладывают специалисты, в период планового вывода из работы четвертого блока мощности реактора внезапно возросли. Значительное выделение пара и последовавшая затем реакция привели к образованию водорода, его взрыву, разрушению реактора и связанному с этим радиоактивному выбросу. Сейчас пока рано выносить окончательное суждение о причинах аварии. Предметом пристального рассмотрения правительственной комиссии являются все аспекты и проблемы – конструкторские, проектные, технические, эксплуатационные. Разумеется, по итогам выяснения причин происшедшей аварии будут сделаны все необходимые выводы, приняты меры, исключающие повторение подобного. Как я уже говорил, мы впервые столкнулись с такого рода чрезвычайным происшествием, когда потребовалось быстро обуздать опасную силу вышедшего из-под контроля атома и предельно ограничить масштабы аварии. Серьезность обстановки была очевидной. Надо было срочно и компетентно оценить ее. И как только мы получили надежную первоначальную информацию, она стала достоянием советских людей, была направлена по дипломатическим каналам правительствам зарубежных стран. На основе этой же информации стала развертываться и практическая работа по ликвидации аварии, ограничению ее тяжелых последствий. В сложившейся ситуации мы сочли наипервейшим долгом, долгом особой важности, обеспечение безопасности населения, оказание эффективной помощи пострадавшим. В считанные часы были эвакуированы жители поселка Пристанции, а затем, когда стало ясно, что имеется потенциальная угроза здоровью людей в прилегающей зоне, они также были перемещены в безопасный район. Вся эта сложная работа требовала предельной быстроты, организованности и четкости. И все же принятые меры не смогли уберечь многих людей. В момент аварии погибли два человека. Шашунок Владимир Николаевич, наладчик систем автоматики,
Хадымчук Валерий Иванович, оператор атомной электростанции. На сегодня 299 человек госпитализированы с диагнозом лучевой болезни разной степени тяжести. Семеро из них скончались. Остальным оказывается вся возможная помощь. Привлечены лучшие научные и медицинские силы страны, специализированные клиники Москвы и других городов, в их распоряжении самые современные средства медицины. От имени ЦК КПСС и советского правительства выражаю глубокое сочувствие семьям, родственникам погибших, трудовым коллективам, всем, кто пострадал от этой беды, кого постигло личное горе. Советское правительство позаботится о семьях погибших и пострадавших. Самой высокой признательности заслуживают жители районов, которые сердечно приняли эвакуированных. Они восприняли несчастье соседей как свое собственное, в лучших традициях нашего народа проявили чуткость, отзывчивость и внимание. В адрес ЦК КПСС и советского правительства идут тысячи и тысячи писем, телеграмм советских людей, а также зарубежных граждан, которые выражают сочувствие и поддержку пострадавшим. Многие советские семьи готовы взять детей на летнее время, предлагают материальную помощь. Имеется немало просьб о направлении для выполнения работ в районе аварии. Эти проявления человечности, подлинного гуманизма, высокой нравственности не могут не волновать каждого из нас. Помощь людям, повторяю, остается нашей первейшей задачей. Одновременно с этим на самой станции и прилегающей территории проводится энергичная работа по ограничению масштабов аварии. В тяжелейших условиях удалось погасить пожар, предотвратить его распространение на другие энергоблоки. Персонал станции обеспечил остановку трех других реакторов и перевел их в безопасное состояние. Они находятся под постоянным контролем. Суровый экзамен держали и держат все – пожарные, транспортники, строители, медики, специальные части химзащиты, вертолетчики и другие подразделения Министерства обороны, Министерства внутренних дел. В этих условиях, в сложных условиях, многое зависело от правильной научной оценки происходящего, так как без этого нельзя было бы выработать и применить эффективные меры по борьбе с аварией и ее последствиями. С этой задачей успешно справляются наши крупные ученые Академии наук, ведущие специалисты союзных министерств и ведомств Украины и Белоруссии. Люди действовали и продолжают действовать, прямо скажу, героически, самоотверженно. Думаю, у нас еще будет возможность назвать имена этих отважных людей и оценить их подвиг по достоинству. С полным основанием могу сказать, при всей тяжести случившегося ущерб оказался ограниченным в решающей мере благодаря мужеству и мастерству наших людей, их верности своему долгу, слаженности действий всех, кто принимает участие в ликвидации последствий аварии. Эта задача, товарищи, решается не только в районе самой атомной электростанции, но и в научных институтах, на многих предприятиях страны, которые обеспечивают всем необходимым тех, кто непосредственно ведет нелегкую и опасную борьбу с аварией. Благодаря принятым эффективным мерам сегодня можно сказать, худшее позади. Наиболее серьезные последствия удалось предотвратить. Конечно, под случившимся рано подводить черту. Нельзя успокаиваться. Впереди еще большая,
продолжительная работа. Уровень радиации в зоне станции и на непосредственно прилегающей к ней территории сейчас еще остается опасным для здоровья людей. Поэтому первоочередной задачей на сегодняшний день являются работы по ликвидации последствий аварии. Разработана и осуществляется широкая программа дезактивации территории самой электростанции и поселка, зданий и сооружений. Для этого сосредоточены необходимые людские и материально-технические ресурсы. В целях предотвращения радиационного загрязнения водного бассейна проводятся мероприятия как на самой станции, так и на прилегающей территории. Организации метеослужбы ведут постоянное наблюдение за радиационной обстановкой на земле, на воде и в атмосфере. Они оснащены необходимыми техническими средствами, используют специально оборудованные самолеты, вертолеты и пункты наземного контроля. Совершенно ясно, вся эта работа займет немало времени, потребует немалых сил. Она должна проводиться планомерно, тщательно и организованно. Надо привести эту землю в состояние, абсолютно безопасное для здоровья и нормальной жизни людей. Не могу не остановиться еще на одной стороне дела. Я имею в виду реакцию за рубежом на то, что произошло в Чернобыле. В мире в целом, и это следует подчеркнуть, с пониманием отнеслись к постигшей нас беде и нашим действиям в этой сложной обстановке. Мы глубоко благодарны друзьям из социалистических стран, проявившим солидарность с советским народом в трудный момент. Мы признательны политическим и общественным деятелям других государств за искреннее сочувствие и поддержку. Мы выражаем добрые чувства зарубежным ученым и специалистам, которые проявили готовность оказать содействие в преодолении последствий аварии. Хочу отметить участие американских медиков Гейла и Тарасаки в лечении больных, а также поблагодарить деловые круги тех стран, которые быстро откликнулись на нашу просьбу о закупке некоторых видов техники, материалов, медикаментов. Мы должным образом оцениваем объективное отношение к событиям на Чернобыльской атомной электростанции со стороны Международного агентства по атомной энергии и его генерального директора Ханса Бликса. Иными словами, мы высоко ценим сочувствие всех, кто с открытым сердцем отнесся к нашей беде и нашим проблемам. Но нельзя оставить без внимания и политической оценки, и то, как встретили события в Чернобыле правительство, политические деятели, средства массовой информации некоторых стран НАТО, особенно США. Они развернули разнузданную антисоветскую кампанию. О чем только не говорилось и не писалось в эти дни. О тысячах жертв, братских могилах погибших, вымершем Киеве, о том, что вся земля Украины отравлена и так далее и тому подобное. В общем, мы столкнулись с настоящим нагромождением лжи, самой бессовестной и злопыхательской. И хотя неприятно упоминать обо всем этом, но надо. Надо, чтобы международная общественность знала, с чем нам пришлось столкнуться. Надо для того, чтобы ответить на вопрос, чем же на самом деле была продиктована эта в высшей степени аморальная кампания. Ее организаторов, конечно же, не интересовали ни истинная информация об аварии, ни судьбы людей в Чернобыле, на Украине, в Белоруссии, в любом другом месте, любой другой стране. Им нужен был повод для того, чтобы, уцепившись за него, попытаться опорочить Советский Союз, его внешнюю политику,
ослабить воздействие советских предложений по прекращению ядерных испытаний, по ликвидации ядерного оружия и одновременно смягчить растущую критику поведения США на международной арене, их милитаристского курса. Если говорить на чистоту, некоторые западные политики преследовали вполне определенные цели. Перекрыть возможности выравнивания международных отношений, посеять семена недоверия и подозрительности к социалистическим странам. Все это отчетливо проявилось и на встрече руководителей «семерки», проходившей недавно в Токио. О чем поведали они миру? О каких опасностях предупредили человечество? О Ливии, бездоказательно обвиненной в терроризме. А еще о том, что Советский Союз, оказывается, не додал им информации об аварии в Чернобыле. И ни слова о самом главном. Как прекратить гонку вооружений, как избавить мир от ядерной угрозы. Ни слова в ответ на советские инициативы, на наши конкретные предложения о прекращении ядерных испытаний, избавлении человечества от ядерного и химического оружия, сокращении обычных вооружений. Как все это понимать? Невольно складывается впечатление, что лидеры капиталистических держав, собравшиеся в Токио, хотели использовать Чернобыль как повод для того, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от этих неудобных для них, но таких реальных и важных для всего мира проблем. Авария на Чернобыльской станции, реакция на нее стали своего рода проверкой политической морали. Еще раз обнажились два разных подхода, две разные линии поведения. Правящие круги США и их наиболее усердные союзники, среди них я бы особо отметил ФРГ, усмотрели в происшествии лишь очередную возможность поставить дополнительные преграды на пути развития и углубления и так трудно идущего диалога между Востоком и Западом, оправдать гонку ядерных вооружений. Мало того, была сделана попытка вообще доказать миру, что переговоры, а тем более соглашения с СССР, невозможны, и дать тем самым зеленый свет дальнейшим военным приготовлениям. Мы восприняли эту трагедию совсем по-другому. Мы понимаем, это еще один удар колокола. Еще одно грозное предостережение о том, что ядерная эпоха требует нового политического мышления и новой политики. Это еще больше укрепило нас в убеждении, что внешнеполитический курс, выработанный 27-м съездом КПСС, верен, что наши предложения о полной ликвидации ядерного оружия, прекращении ядерных взрывов, создании всеобщей системы международной безопасности отвечают тем неумолимо строгим требованиям, который предъявляет политическому руководству всех стран ядерный век. Что же касается недостатка информации, вокруг чего развернута специальная кампания, причем политического содержания и характера, то вопрос этот является в данном случае надуманным. И что это так, подтверждает следующее. У всех в памяти то, что американским властям понадобилось 10 дней, чтобы проинформировать собственный Конгресс, и месяцы, чтобы поставить в известность мировое сообщество о том, какая трагедия произошла на атомной электростанции Три Майл Айленд в 1979 году. Как поступили мы, я уже сказал. Все это дает возможность судить о том, кто и как относится к информированию собственного народа и зарубежных стран. Но суть дела в другом. Мы считаем, что авария на Чернобыльской, равно как и авария на американских, английских и других атомных станциях, ставят перед всеми государствами очень серьезные вопросы, которые требуют ответственного отношения.
Сегодня в различных странах мира работает более 370 атомных реакторов. Это реальность. Будущее мировой экономики трудно представить без развития атомной энергетики. В нашей стране сейчас действует 40 реакторов общей мощностью свыше 28 миллионов киловатт. Как известно, мирный атом приносит немало пользы человечеству. Но, разумеется, все мы обязаны действовать еще большей осмотрительностью, сконцентрировать усилия науки и техники на обеспечении безопасного освоения великих и грозных сил, заключенных в атомном ядре. Для нас непререкаемый урок Чернобыля состоит в том, что в условиях дальнейшего развертывания научно-технической революции вопросы надежности техники, ее безопасности, вопросы дисциплины, порядка и организованности приобретают первостепенное значение. Нужны самые строгие требования везде и во всем. Далее мы считаем необходимым выступить за серьезное углубление сотрудничества в рамках Международного агентства по атомной энергии. О чем можно было бы подумать? Первое. Создать международный режим безопасного развития ядерной энергетики на основе тесного сотрудничества всех государств, занимающихся атомной энергетикой. В рамках такого режима необходимо наладить систему оперативного оповещения и предоставления информации в случае аварии и неполадок на атомных электростанциях, в особенности, когда это сопровождается выходом радиоактивности. В равной мере требуется отладить международный механизм как на двусторонней, так и многосторонней основе в целях быстрейшего оказания взаимной помощи при возникновении опасных ситуаций. Второе. Для обсуждения всего комплекса вопросов было бы оправданным созвать высокоавторитетную специальную международную конференцию в Вене под эгидой МАГАТЭ. Третье. Учитывая, что МАГАТЭ было создано еще в 1957 году, и его ресурсы и штаты не соответствуют уровню развития современной ядерной энергетики, было бы целесообразным повысить роль и возможности этой уникальной международной организации. Советский Союз готов к этому. Четвертое. По нашему убеждению, к мерам по обеспечению безопасного развития мирной ядерной деятельности необходимо более активно подключить ООН и такие ее специализированные учреждения, как Всемирная организация здравоохранения и программа ООН по окружающей среде. При всем этом нельзя забывать, что в нашем взаимозависимом мире существует наряду с проблемами мирного атома проблемы атома военного. Это сегодня главное. Авария в Чернобыле еще раз высветила, какая бездна разверзнется, если на человечество обрушится ядерная война. Ведь накопленные ядерные арсеналы таят в себе тысячи и тысячи катастроф, куда страшнее чернобыльской. В условиях, когда внимание ядерным вопросом обострилось. Советское правительство, взвесив все обстоятельства, связанные с безопасностью своего народа и всего человечества, приняло решение продлить свой односторонний мораторий на ядерные испытания до 6 августа нынешнего года. То есть до той даты, когда более 40 лет назад на японский город Хиросима была сброшена первая атомная бомба, что повлекло за собой гибель сотен тысяч людей. Мы вновь призываем Соединенные Штаты со всей ответственностью взвесить меру опасности, нависшей над человечеством, и прислушаться к мнению мирового сообщества. Пусть те, кто стоит во главе США, делом продемонстрирует свою заботу о жизни и здоровье людей.
Я подтверждаю свое предложение президенту Рейгану встретиться безотлагательно в столице любого европейского государства, которое будет готово нас принять, или, скажем, в Хиросиме, и договориться о запрете ядерных испытаний. Ядерный век властно требует нового подхода к международным отношениям. Объединение усилий государств различных социальных систем во имя прекращения гибельной гонки вооружений и радикального улучшения мирового политического климата. Тогда расчистятся широкие горизонты плодотворного сотрудничества всех стран и народов. Выигрыши от этого будут все люди Земли. Перед вами выступал генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев. Сегодня в Свердловском зале Кремля были вручены группе ученых дипломы и золотые почетные знаки лауреатов Ленинской премии 1986 года в области науки и техники. Награды вручил министр высшего и среднего специального образования СССР товарищ Ягодин. В числе авторов выдающихся открытий и исследований в области математики академик Виктор Павлович Маслов, в области физики академик Юрий Моисеевич Каган, в области химии академики Василий Владимирович Коршак, Григорий Григорьевич Девятых, Юрий Николаевич Молин. Ленинской премии удостоена работа группы ученых и инженеров, проводивших радиолокационную съемку поверхности планеты Венеры. От имени лауреатов выступает член-корреспондент Академии наук СССР Юрий Дмитриевич Прокошкин. Физика высоких энергий в наши дни бурно развивается во всем мире, и нашим ученым приходится работать в условиях острой конкуренции с развитыми зарубежными лабораториями. И тот факт, что в этих условиях в нашей стране получены важные результаты и теоретиками, и экспериментаторами, свидетельствует о том, что та поддержка, которая неизменно оказывалась нашим правительством, нашей партии, фундаментальным исследованием в этой области, была адекватной. Эта линия, то есть линия опережающего развития фундаментальных исследований, причем исследований на, я бы сказал, самом фундаментальном уровне, на уровне изучения глубинного строения вещества, на уровне познания новых, мощных, еще не раскрытых сил. Вот эта поддержка, она оказывает все в возрастающей мере. То, что это является в наши дни уже отчетливо подчеркнутой партийной, государственной политикой, еще раз прозвучало с трибуны 27-го съезда, это является залогом того, что исследования в этой области, в области фундаментальных наук в нашей стране будут и в дальнейшем развиваться и позволит нашим ученым занимать передовые позиции в мировой науке. Сегодня в Кремле Андрей Андреевич Громыко принял генерального секретаря Лиги арабских государств Шедли Клиби, находившегося в СССР с рабочим визитом по приглашению советского правительства. В ходе беседы товарищ Громыко отметил, что в сегодняшнем мире, чтобы оградить человечество от угрозы ядерного самоуничтожения, каждое государство должно осознать свою ответственность. Именно понимание этой ответственности легло в основу внешнеполитических инициатив СССР, в том числе миролюбивых предложений, изложенных в заявлениях Михаила Сергеевича Горбачева и в решениях 27-го съезда партии. Подробно была рассмотрена напряженная ситуация на Ближнем Востоке и в районе Средиземноморья. С советской стороны был подтвержден принципиальный курс, направленный на оказание всемерной поддержки арабским народам в их справедливой борьбе против происков империализма, за обеспечение своих национальных интересов, за осуществление неотъемлемых прав палестинского народа на самоопределение, суверенитет и независимость. Сегодня же генеральный секретарь Лиги арабских государств Шедли Клиби отбыл из Москвы. Николай Иванович Рыжков направил приветствие посетителям советского павильона на всемирной выставке «Экспо-86». Она проходит в Ванкувере, Канада.
Советский Союз, отмечается в приветствии, высоко оценил инициативу правительства Канады, связанную с организацией этой выставки, и охотно принял в ней участие, поскольку, как и Канада, СССР, вследствие обширности своей территории, особенно заинтересован в развитии транспорта и связи. Советский Союз последовательно выступает за самое широкое торгово-экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество со всеми государствами планеты. Экспозиция СССР на выставке, несомненно, поможет ее посетителям глубже почувствовать жизненную заинтересованность советского народа в сохранении мира, его миролюбие, гуманистическую устремленность, его созидательной деятельности как в космосе, так и на Земле. В заключение товарищ Рыжков передал канадскому народу пожелания успехов и процветания. Сегодня товарищ Шеварднадзе принял посла Республики Куба в СССР Сотто. В беседе, прошедшей в дружеской обстановке, состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития советско-кубинских отношений, а также некоторым международным проблемам. Сегодня в Москве, в колонном зале Дома Союзов, открылась 14-я сессия Совета Организации Солидарности Народов Азии и Африки ОСНАА. Солидарность. Это пламенное слово звучит как набат на разных языках. Оно родилось в огне национально-освободительных революций, разрушивших старые империи колониализма и рабства. Оно вдохновляло народы Вьетнама и Кубы, Индии и Афганистана, Арабского Востока и Африки в борьбе против угнетателей и агрессоров за право самим распоряжаться своей судьбой. Антиимпериалистическая солидарность помогает сегодня патриотам Никарагуа и Ливии. В этой справедливой борьбе Советский Союз, мир социализма, всегда рядом с народами, которые отстаивают свою свободу. И глубоко символично, что в это тревожное время форум афроазиатской солидарности собрался именно в Москве. Для участия в нем в нашу столицу приехали видные политические и общественные деятели из 86 стран мира, представители 28 международных и региональных организаций. Открывая сессию ОСНАА, ее президент, видный египетский писатель Абдель Рахман Аш-Шаркауи, выразил уверенность, что посланцы Азии и Африки выработают программу совместных действий по укреплению антиимпериалистического движения солидарности. На форуме выступил товарищ Добрынин. Он передал от Михаила Сергеевича Горбачева участникам встречи и в их лице демократической прогрессивной общественности развивающихся стран сердечный привет и наилучшие пожелания успеха в их благородной деятельности. Участники форума обсуждают ключевые проблемы современности: устранение угрозы ядерной катастрофы, искоренение остатков колониализма и расизма, ликвидации очагов военных конфликтов в Азии и Африке. В интервью для программы «Время» генеральный секретарь ОСНАА Нури Абдель Раззак сказал: «Солидарность и единство антиимпериалистических сил – это не только девиз. Это жизненная необходимость для народов, противостоящих агрессивной политике империализма, в первую очередь американского. Ядерные взрывы в Неваде и варварские бомбардировки городов Ливии – это звенья одной и той же цепи. Американский империализм стремится взять реванш во всемирном масштабе. Он пытается создать новые виды космического сверхоружия и обычным оружием подавить освободительную борьбу народов. Во всем, что происходит в наших бурлящих регионах, американские неоглобалисты ищут руку Москвы. Причины наших бед – грабительская, агрессивная политика империализма. Советский Союз своим примером, своей активной гуманной политикой утверждает идеалы свободы и независимости народов, солидарности и мира. Прага. Агентство ЧТК распространила заявление по итогам встречи представителей Коммунистической партии Чехословакии, Социалистической Единой партии Германии и Социал-демократической партии Германии по вопросам создания в Европе зоны, свободной от химического оружия. В документе отмечается, что инициатива ЧССР и ГДР о создании в Центральной Европе зоны, свободной от химического оружия, особенно актуальна сейчас, когда США готовятся к производству бинарного химического оружия. В интересах всех народов Европы убрать химическое оружие
из арсеналов. Химическое оружие необходимо поставить под запрет. В Кабуле состоялась встреча руководителя Афганистана Наджиба со старейшинами племен. Остановившись на вопросах урегулирования обстановки вокруг Афганистана, товарищ Наджиб отметил рост авторитета страны на международной арене. Он подчеркнул важность дальнейшего укрепления афгано-советской дружбы и призвал племена к участию в защите независимости страны, отметив большое значение упрочения единства всех племен и народностей. Сегодня в Женеве в рамках советско-американских переговоров по ядерным и космическим вооружениям состоялось заседание группы по стратегическим вооружениям. Более 6500 американских ученых и инженеров, в том числе лауреатов Нобелевской премии, открыто объявили о своем намерении не принимать никакого участия в разработках ударных космических вооружений в рамках программы «Звездных войн». Об этом сообщили представители научных кругов США на пресс-конференции в здании Конгресса. В ЮАР продолжаются антироссийские выступления. В предместьях Порт-Элизабета, Кейптауна, Йоханнесбурга имели место ожесточенные столкновения карателей с противниками апартеида. 4 африканца убиты, несколько ранены. Администрация судостроительной корпорации British Shipbuilders в целях повышения рентабельности производства намерена закрыть в ближайшее время 3 судоверфи в Англии. В результате за воротами предприятия окажутся 3500 человек. Как указала телекомпания ITV, эта мера свидетельствует о том, что британское судостроение теряет свои позиции на мировом рынке. Сегодня окружной суд Загреба приговорил нацистского военного преступника Артуковича к смертной казни. В годы оккупации Югославии он был министром внутренних дел марионеточного государства Хорватии. В приговоре отмечается, что Артуковича можно поставить в один ряд с главными нацистскими преступниками, которые были осуждены на Нюрнбергском и других процессах. Их преступления перед человечеством не могут быть преданы забвению. В Комитете государственной безопасности СССР 7 мая в Москве при проведении конспиративной встречи с завербованным американской разведкой советским гражданином задержан с поличным сотрудник аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве Эрик Сайтс. Сорвана крупная шпионская акция спецслужб США против Советского Союза. При задержании в ходе расследования получены уликовые материалы, полностью изобличающие этого сотрудника американского посольства в разведывательной деятельности, несовместимой с его официальным статусом. За противоправные шпионские действия Сайтс объявлен персона нон грата. По делу агента американской разведки ведется следствие. В Москве, в Большом Кремлевском дворце, сегодня продолжался 5-й съезд кинематографистов СССР. В его работе принимали участие товарищи Легачев, Демичев, Яковлев. С позиции партийной требовательности критически и взыскательно анализируют мастера экрана состояние и перспективы развития отечественного кинематографа. В перерыве между заседаниями интервью нашей программе дал герой социалистического труда Вячеслав Тихонов. Этот съезд отличается от всех предыдущих. Он отличается тем, что сейчас в нем витает дух 27-го съезда. Дух откровенности, принципиальности, ускорения и качества. А качество – это прежде всего искусство в любой профессии. Сейчас происходит, на мой взгляд, перестройка мышления. В нашем кинематографе соединились две ипостаси – это производство и искусство. И вот
порою они конфликтуют. У меня такое впечатление, что вот, допустим, человеку, если, так сказать, в гипс ногу одну завязать и сказать «беги дистанцию», да и покажи результат. Я думаю, что результата хорошего он не покажет. Дай бог допрыгать до финиша. Вот и мы последние годы, у меня такое впечатление, в основном и прыгали. Если вспоминать картины, на которых мы воспитывались, то вот сейчас они идут по телевидению. Я с удовольствием их смотрю. Они не утратили своей актуальности и силы, потому что там искусство. Их делали режиссеры, боги, пророки, на которые так щедра русская земля. А сейчас, в последнее время, мы все больше обжигаем горшки, которые никто не покупает, и они так и лежат. Вот сейчас вопрос стоит в том, чтобы искусство восторжествовало на экране на большом и на экране малом, я имею в виду телевидение. Искусство больших мыслей, чувств и великолепной формы. Конечно, потому что от этого зависит очень многое. Воспитание, оно должно служить главным воспитанию подрастающего поколения. 700 специалистов принимают участие в первом московском международном симпозиуме по микрохирургии глаза. Программа симпозиума очень напряженная. Только сегодня выступили с докладами представители 30 офтальмологических центров. Организатор – Московский институт микрохирургии глаза. Несколько слов об этом крупнейшем научном лечебном учреждении. Здесь был создан искусственный хрусталик. Впервые в мире 20 лет назад сделана операция по его пересадке. Сейчас используются уже десятки модификаций искусственного хрусталика, в том числе эластичные, силиконовые, не имеющие веса и абсолютно прозрачные. Разработаны методы хирургического лечения близорукости. Хирурги наносят радиальные надрезы на переднюю часть роговицы, восстанавливая зрение. Проведено 25 тысяч таких операций. Опытное производство института выпускает очень тонкие, очень точные инструменты. Вы видите их на выставке, приуроченной к симпозиуму. Ну, здесь на выставке представлено все самое новое, самое интересное, что есть сегодня в микрохирургии глаза. Ну, тут прекрасно есть микроскопы, замечательные микроскопы, которые можно не просто видеть, что вы делаете, а еще и лазерным лучом устранять те недостатки, которые имеются в глазу. Кроме этого, этот микроскоп управляется голосом. Кроме этого, имеются огромные интересные приборы, связанные с ультразвуком. Возможность измерить в каждом маленьком сосуде, как протекает кровь, с какой скоростью она течет, в достаточном ли количестве. Ну и здесь мы вот в своем стенде, как раз я с гордостью его показываю, показываем нашу новую идею о возможности разделить операцию на стадии и на самую главную и важную стадию посадить врача экстра-класса, который в день будет делать не 5-8 операций, а будет делать 30-35 операций. То есть повысить производительность квалифицированного труда в 5, иногда в 6 раз. Ну, у нас есть, кстати, эти съемки. Мы просто покажем вот сейчас зрителям то, что мы снимали у вас в операционной. Но сейчас для нас завершилось великое событие. Советское правительство, Совет министров Советского Союза и Центральный комитет партии приняли решение о строительстве 11 филиалов нашего института, которые будут снабжены вот такой технологией, когда мы можем гарантировать высокое качество лечения, современные методики распространять будем быстро. И в день мы будем делать 1000 операций. С наиболее интересными событиями спортивной жизни вас знакомит Георгий Сурков. Здравствуйте, товарищи. Самые значительные спортивные состязания сегодня проходили в разных странах. В американском городе Рено на чемпионате мира по боксу 4 советских боксера будут выступать в полуфинале. Таким образом, как минимум, они обеспечили себе бронзовые награды. Это Назаров из Киргизии, Шишов из Куйбышева, Ереванец Аветисян и ленинградец Яковлев. Кстати, Яковлеву в полуфинале предстоит встретиться с трехкратным олимпийским чемпионом кубинцем Стивенсоном. Часто слышишь, что стрелковые соревнования мало интересны для зрителей. Но вот судите сами, финальный день розыгрыша Кубка Европы на траншейном стенде в Мытищах, что называется, яблоку негде было упасть. И наши спортсмены порадовали своих почитателей. Опередив Марка Тазолини из Франции, Александр Лавриненко стал вторым призером. А лидировавший во все дни соревнования Александр Асанов успешно отразил все попытки отобрать у него первое место. И в дополнительной серии Александр Асанов был самым метким. А это позволит нашей стране увеличить число участников в стендовой стрельбе на предстоящей Олимпиаде.
Сегодня участники 39-й велогонки мира, стартовав в Польше, финишировали в ГДР. Один из самых протяженных этапов от Шецена до Берлина длиной 193 километра. Временами, когда покрытие дороги было мокрым, гонщики излишне осторожничали, ничего неожиданного на этапе не происходило. Если не считать проколы и замены велосипедов, без которых не обходится ни одна гонка, и попытки отдельных велосипедистов уйти в отрыв. Но к финишу спортсмены подходили большой группой. И здесь в который раз был неудержим Олаф Людвиг. Финишным рывком он ушел от соперников и в четвертый раз одержал победу на этапе. Вторым был еще один спортсмен из ГДР – Уве Раб. Третий – наш Асад Саитов. Лидерство после 8 этапов сохранили сборная СССР и Йозеф Региц. Футбол. Чемпионат страны. «Шахтер» сегодня в очередном матче проиграл «Нефчи» 1-3. Сегодня на Олимпийской базе в Новогорске руководители сборной СССР по футболу встретились с журналистами. Отвечая на многочисленные вопросы, главный тренер Валерий Васильевич Лобановский сказал: «Нам нужно поработать с тем, чтобы мы почувствовали, что да, ребята объединены, что есть вера в друг друга, что они выйдут и будут друг за друга даже отрабатывать, если нужно это сделать. Команда «Динамо Киев» – это команда «Динамо Киев», а сборная команда Советского Союза – это сборная команда Советского Союза. Здесь есть другие игроки, игроки «Спартака», игроки «Динамо Тбилиси», игроки «Зенита», и они должны быть тоже объединены общими идеями. Не как команды «Динамо Киев», сейчас речь идет не о команде «Динамо Киев». Потому что мы, некоторые считают, что команда «Динамо Киев» поедет и, значит, будет, возьмет сейчас на себя там груз ответственности. Нет. Поедет сборная команда Советского Союза. Есть какие-то принципы. Принципы поведения, принципы организации игры. Вот надо объединить, чтобы все поверили в это и все это выполняли. А тем временем участники чемпионата мира проводят контрольные встречи. Сборная Бразилии в Мексике выиграла у клуба «Толука» 3-1. Польские футболисты обыграли ФРГ «Эйнтрахт» 5-1. Следующий матч польские футболисты проведут в Копенгагене со сборной Дании. Датчане же, они в белой форме, играли в Осло и уступили норвежским футболистам 0-1. Они пытались и достаточно остро атаковали в начале игры, но соперники чувствовали себя явно спокойнее, менее нервозно, и их атаки, в свою очередь, были более опасными. Датчане начинают ошибаться в штрафной площадке и, наконец, останавливают недозволенным прием норвежского нападающего. Торресон пробил точно. Этот единственный гол принес победу норвежской команде 1-0. Сегодня на территории Таджикистана, в 130 километрах юго-восточнее Душанбе и в 15 километрах от областного центра Куляба произошло землетрясение. Сила подземного толчка в эпицентре достигла 4-5 баллов по 12-бальной шкале. Жители Куляба ощутили толчок силой 4 балла. Подземные толчки зарегистрированы сегодня и в Азербайджане. Сила толчков в эпицентре, который находится в 10 километрах к юго-востоку от города Мингичаура, 5,5 баллов. В городах Мингичаур и Евлах 5 баллов, Барди и Агдаши 4 балла. Имеются легкие повреждения в отдельных домах старой постройки. Жертв и разрушений нет. По сведениям гидрометцентра СССР, завтра, 15 мая, ожидается. В Эстонии и Латвии дождь, 14-19 градусов тепла, на юго-востоке Эстонии до 23. В Литве 16-21, кратковременный дождь, гроза. В Белоруссии 20-25, местами дождь. На Украине 19-24 градуса тепла. В Молдавии 21-26. В центральном районе европейской части России 16-21. На западе до 24 градусов. В центрально-черноземном районе 18-23. В Волговятском районе 14-19, на востоке плюс 9-14, ночью заморозки до минус 4. На Средней Волге 13-18, ночью заморозки до минус 5, на Нижней Волге 20-25 градусов тепла.
В Ленинграде 15-17 градусов, кратковременный дождь. В Москве переменная облачность, без осадков. Температура ночью +7-9, днем 18-20 градусов тепла.